Поговорим с вами об архиважном, о флаге Российской империи и об истории, и о будущем. Я думаю, когда, если придет православный царь, то каким был стяг имперский, российский, и каким он снова будет возродиться. Это, в принципе, история элементарная, но так закручена, как очень сложный многоходовочный детектив. Как я обычно вам и учу вас, переворачиваю камеру, пишите в Яндекс, ну там пользуйтесь каким вы поисковиком. Вот я написал, какой флаг у Российской империи, самое простое, да? И здесь сразу же появляются тебе подсказки. То есть однозначно они пишут черно-желто-белый. Однозначно и никаких вариантов. Я смотрю другие варианты, значит, другие статьи. Везде то же самое. Черно-желто-белый. Вот. Понимаете, везде. Пишем запрос иначе. Флаг Российской империи белый, бело-желто-черный. На этот запрос нет ответов, подтверждающих это. Опять они пишут о том, что именно это последовательность. Вот я сделал год назад ролик, называется «За веру царя Отечества. Как выглядит флаг Российской империи». Вот я вам сейчас его покажу, он коротенький. Я смотрю на флаг свой, я эпизодически меняю, когда становится ветхий. Вот флаг Победы висит сейчас, думаю, надо поменять. Потом вспомнил, значит, у меня был флаг нашей Российской империи. Потом вспомнил дебаты с несколькими людьми. Я даже ролик сделал, какая правильная последовательность. Черный сверху или черный снизу. И исторические там были экскурсы, ссылки на первоисточники и так далее. А на самом деле ответ очень простой. Удалили этот... За веру царя Отечества. Да, мы с вами помним эту замечательную Троицу, эту последовательность понятий и терминов. Так вот, за веру царя и Отечества. Может быть, черный цвет за царя? Нет. За веру, да тоже как-то не к месту, за Отечество, но однозначно он сюда и просится. Еще раз, за веру царя и Отечества. Значит, у нас белый, золотой и черный. Конечно, последовательность именно такая. И душа христианка сразу ликует, что так оно и должно быть. Вот. Да, вы правы, иорданские казаки приложили руку. Ничего нового. Поэтому вот мы с вами и нашли правильную последовательность цветов. Будем жить. Помогай. Короткий ролик. И... Так, еще один. А вот и расследование. В течение нашей жизни... 30 минут, я вам добавлю его. С вопросом, с... имперским флагом Российской империи. И... Здесь удалили уже многие материалы из интернета. Интернет чистят прям в лед. Так вот, Бернгард Карл в России, он стал называться Борис Васильевич Кённи, тоже иорданский казак. Родился в семье тайного государственного архивариуса берлинского иорданского казака, принявшего реформатское вероисповедание, и он поменял эти цвета. Вот здесь написано в описании, я это нашел и вот сюда добавил. Я думал, его удалили, этот ролик, но, к счастью, нет. Здесь ссылки на материалы, расследования, почитайте. Вот он. Настоящий, вот видите, как пишут, белый цвет – это основа святая, это цвет неземной чистоты, дух.
божественный, истина рая, белый цвет путеводной звезды. Золотой – это цвет царской власти на земле, как прообраз небес, отражается Божие царство и предвечной империи блеск. Ну а черный – цвет земли и народа, на той почве взрастившего преклонной святой благородной. Тут плохо видно. Вот. Ну, короче, вот так. И переворачиваю камеру. Почему я сегодня заговорил? Да потому что у меня флаг висел Спасителя, такой красивый, но он уже стал истлевать. Неудобно, когда Спаситель там рваный. И это подлежит утилизации. Я поцеловал плат и спалил в печке. Помните, что если у вас просворки испорченные, если вы ходите в захваченные еретиками, это ваше дело. Вот, если вы у искреннего, честного священника, то просворки никогда не должны портиться. Их очень мало, священников, я тоже... Всегда просворки режу, на мелких берегу их, короче говоря. Так вот, просворки, огарки свечей, старые какие-то бумажки, иконы, какие-то записки. Все подлежит, можно утилизировать двумя путями. Первое – это текучая вода, текучая река или огонь, надежный огонь. Вот, поэтому так слово. И я купил тоже в интернет-магазине вот такой, значит, флаг. Понимаете? И опять же обидно, дорогие мои, обидно. Делают из нас идиотов. Понимаете? То есть, правильный флаг вот так, конечно. Я его так и повешу, белый. Я его так и повешу, потому что он должен висеть правильно, как мы с вами сейчас сказали. То есть, пусть висит так, это уже не важно. И я еще вам хотел сказать напоследок о том, что люди умные говорят о том, что когда придет время... Все поменяется в лучшую сторону, если, конечно, мы доживем с вами, мы это увидим. Если не доживем, тоже увидим. Когда люди им будут рассказывать, они ужаснутся от той ненависти к нам, лжи, фальсификаций, которую творили вот последние, так сказать, полвека у нас, над нами. Над нашими судьбами. Вот это однозначно. И так легко все это делают, понимаете, беззастенчиво. Я не буду сейчас распространяться о других наших сферах жизни. Достаточно, вот я вам рассказал про флаг. Я добавлю эти два ролика. Вот это расследование. Понимаете, оно никому не нужно. 4000 человек всего лишь посмотрело. Все зашорены, все зашуганы, все обалдевшие и не до этого. Но на то и расчет, конечно, но все равно остановиться когда-то надо. Хотя эти люди говорят о том, что гои должны умирать молча. Так написано у них. Но разве это правильно? Разве это так должно быть? Я уверен, что нет. Мы достойны лучшего. И мы должны молиться, трудиться, для того, чтобы мыслить, использовать голову, волю, для того, чтобы хоть на йоту приблизить, хотя бы для наших детей и внуков, эту лучшую жизнь. Будем жить, дорогие мои. Помогай Господь. Помните, какой должен быть флаг у нас в нашей империи. Белый цвет веры, цвет Святого Духа, воздуха. Цвет второй – это царский, золотой, парча. Третий – отечество – это пахотные земли, тучные стада. Это река, дымящаяся утром, когда встает солнце. Это цвет свежеспаханной земли. Это... Колодец с чистой, действительно, родниковой колодезной водой. Это за веру царя отечества. Это отечество. Поэтому вот так и никак иначе. Будем жить. Помогай Господь. Ваш Евгений Лопатин.